Одинцовские единороссы провели онлайн-заседание политического совета. Одной из тем повестки стали мероприятия, приуроченные к 19-летию со дня основания Всероссийской политической партии «Единая Россия». В обсуждении приняли участие секретарь местного отделения Андрей Иванов, заместители секретаря Лариса Лазутина, Лариса Белоусова, Вячеслав Киреев и Алексей Проскурин, а также члены местного политсовета, в том числе депутаты окружного совета депутатов. С 1 по 10 декабря в общественных приемных округа пройдут приемы населения, а также чествование старейших и наиболее активных партийцев.